Но с тонкими телами мы уже там и вчера уже говорили, что кроме явьего тела у нас есть навье тело, которое является энергетической матрицей этого тела. То есть на самом деле мы управляем этим телом с помощью вот этой энергетической матрицы. Помните, мы как-то говорили, вот как внимание, если переносит сам навье тело, как у пьяного, да? Вот движение пьяных, вы посмотрите. Вот он хочет взять стакан, у него внимание в навье тело уже перешло, он берет этим навьем телом стакан, а физическое тело запаздывает. И вот там бах, это стакан обронил, вот такие неуклюжие движения. Да? Или там пытается встать, там рукой опирается на стул, да? Оперся и хочет подняться, а рука-то проваливается, и он там рывом низку, хлюп, там, может, это физическое еще не успело долететь, да, там, да, вот такие движения. Или ногу навью поставит там, да, а физическое запаздывает, он на нее опирается, она не держит, и тогда, и у него так спотыкается, там, ну и не держит, так же. Вот так вот переносится вот в навье тело сознания, это энергетическая матрица. Так. В общем, чтобы прийти в навье, надо напиться хорошенько. Ну, у меня, например, там случай такой был, да. Приезжают с Питера, там, знакомые мои, там, говорят, вот там, Алексей, знаем, что там, тут мандрагона растет, вот хотим попробовать мандрагоны, там. Я говорю, зачем вам? Ну, как вот, ну, выйти на, там, посмотреть, что, как, я говорю, а что, вот как, так не нужно? Ну, это, а, вот, вот с этим, я говорю, ну, вы же знаете, это же опасно, что если ты не подготовлен, там, ну, посредством, вот, плачевно. Так мы же йоги тут крутые, мы тут все знали, все читаем, там, все, там. Ну, короче, там, я отнекался, отнекался, но в конце концов все же уговорили меня. Я как раз, это время подходило, то есть мандрагора, она под Сатурном, хозяин Сатурна. Нет, это мандрагора. Это скополия. Да. И у нас там растет, она там. А ее нужно копать только деревянной лопаткой, когда Сатурн сильный. И как раз там по полнолуние в соединении Сатурна благоприятное время. Я думаю, ну, наверное, ему это опустить нужно, потому что время-то благоприятное. Я говорю, ну хорошо, я знаю, где есть там. Это ноябрь месяц, там как раз сила у корня большая. Думаю, значит, ему опыт такой нужен. Ну и, короче, уговорили меня. Я говорю, только так, я говорю, вот такой вот доза, вот такой кусочек и не больше. Если ничего не получается, опыт на следующий день проводите, дозу не увеличиваете сразу, а только на следующий чуть-чуть побольше там. Я говорю, вот этой дозы вот, вполне достаточно. Ну, короче, пошел в лес, я уже приметил, где эти корни растут, ну, лес я хорошо знаю там, но там уже оно отмерло, уже там на поверхности ничего нету. Ночью, после 12 ночи, оделся соответственно одежду, как полагается, там, все, там, лицом там на север стал, там, деревянную палочку приготовил острую, короче, копаю, нету корня там, ты думаешь, точно помнишь, что вот на этом месте должен быть, в конце концов, там что-то палка зацепилась, там, тянуть, и такая дьявольская рука из-под земли, бум, вот такая вот, конкретно узловатые пальцы, такие фиолетовые когти, вот такие длинные. Ну, корень, он там побеги фиолетовые, там страшная такая, там, такая рука. Думаю, вот это будет, там опыт такой. Ну, короче, это, взял корешок этот и, значит, принес его домой, значит, ну, и отдал. И предупредил, чтобы там не увеличивался. На следующий день приходит, значит, один хромает там, еле-еле, у другого вот такие губы, нос, это вот все лицо расквашенное. Случился, ты знаешь, что с нами было там. Значит, он снимает, значит, там кроссовки, а у него кожи на ногах вообще нету. На одной ноге чуть-чуть на подъеме там кожа, а то голое мясо. Что с вами было там? Там, ну хорошо, у меня мумием было, я мумием все там все замазал, передавал, потом на самолет отправили. Там, его. Говорит, да, говорит, все, говорит, как ты сказал, говорит, сделали, пришли, да, говорит, домой там, вот, по кусочку, я говорю, вот деревянная палочка отрезать, чтобы не разрушить энергетику, смолиться, все как бы. Там, вот они, говорит, все так сделали, по кусочку съели, разжевали, там сосали эту там энергетику, там все, сидим, ну и нет ничего. Час сидим, нет. Два, ничего нет, три, ну сидят, общаются дома там, все уже там, за полночь уже, и ничего нет.
Ну, нет, так и нет. Нужно, значит, собираться, расходиться. Ну, один, как бы это, он, у него как дача была там, а другой в другом доме, что там у кого-то в гостях, у кого-то художника. И говорит, ну, значит, все. На сегодня все, значит. И, значит, а это жена рассказывает, говорит, слышу, что там не буба, ха-ха-ха, там, что там. Думаю, что им там не спится там. Говорит, ну так встала, говорит, выхожу там, смотрю, а этот шоу пост там пришел один там, он рюкзак там надевает на себя пустой там, там падает, там хозяин хохочет, тут тоже какое-то смешное его там. Я думаю, что они там за игры там устроили, такие, непонятно. Ну пошла там, попила, там возвращается, говорит, что вы тут занимаетесь? Говорит, да он джинсы никак не может носить. Говорит, какие джинсы? Отобрал у него этот рюкзак, дала ему джинсы. Он тут джинсы там надел, значит, там. Потом думаю, что-то не то. А говорит, когда я уже увидел, что хозяин стал это, вместо кроссовок надевать скороварку, а они-то как бы это, ну как бы посуда, в которой пища варится, как бы это должно быть чистое, освещенное, и он туда ноги сует. Тогда я уже понял, что-то с ними не то. Она брала у них эту скороварку там, да, и давай желудок, парацовки там развела, промыла там желудок там, все, ну вроде бы как бы, да, говорит, нормально. Ну и этого отправили там. И вот тут рассказывает, говорит, там все, говорит, тут соображает, все нормально там. Ну, промыли желудок, там никаких явлений, только что там действительно там вместо кроссовок скороварку одевал. Ну странно как-то это все. Хотя казалось, что это были кроссовки. Там. Говорит, выхожу во двор, говорит, луна светит, хорошо так. Говорит, и смотрю, говорит, дед на пеньке сидит какой-то. Я там, здравствуйте, ну, никого местных не знает. Ну, ну, кто-то из местных там сидит, там, здравствуй, там где-то что-то. Ну, здравствуй, там, ну, что-то там. И вот там такой добродушный дедок такой, говорит, ну, говорит, я ему там что-то задаю, он мне вопросы там. Ну, говорит, там минут 20, наверное, с ним посидел, разговаривал, говорит, ну, все, там, пора мне идти, до свидания, дедушка, попрощались, там, и ушел. Говорит, когда на следующий день пришел, там пенек такой срезан стоял, срезан там с пеньком там общался там с дедушкой. А ему нужно, у него там дом, в котором он там ночевал, там нужно через речку проходить. Ну, горная речка такая, обрывистая очень берега, каньон такой. И там местные просто бросили бревно, ну, бревно такое, и прибили перила еще там, ну, чтобы держаться рукой было. А там уже ноябрь месяц, уже морозит такой, и не упал, и бревно скользкое такое. Ну, говорит, я это все ничего не понимаю. И иду туда, поэтому бревну, думаю, перейду там просто, можно через мост обойти, но далеко. Там. И, а тут он тропку уже знает, там, и подхожу и смотрю, говорит, луна хорошо светит, так, ну, видно, там, лунная ночь такая. И смотрю, какие-то мужики с ружьями, значит, раз, пригнувши, там, раз, заку забежали, спрятались и сидят там. Думаю, не меня, что ли, сейчас выйдут, но я рядом. Пахнет, я там пошел под гречку, с ним никто не найдет. Ну, не пойду. А видите, когда духи подскажут, что не иди, опасно через мост, скользкое бревно. И он пошел через мост. Говорит, ну все, там по дороге, там не заблудишься, через мост переходишь. А там как, там улицы путанные такие. Там. И, говорит, с той стороны зашел, говорит, не могу дом найти. Где этот дом там? Ну, все-таки темновато, хоть луна и светит там. Не может на эту улицу попасть там. А потом думает, у кого спросить, ну все спят за полночь. А потом смотрит, что-то там это, мужики какие-то лазят. Подхожу, они залезли на грушу, там грушу трусят, там залезли, грушу собирают там. Я говорю, ну какие-то странные мужики там. Думают, что это они, такие там плащи у них длинные такие там, шляпы широкополые, с перьями там. Думаю, что у них там, ну типа мушкетеров там. Думаю, странные какие-то тут местные мужики. Говорит, мужики, как вот попасть вот в такой-то дом? Вот там, вот. Они говорят, а, ну вот так вот, иди, показали мне, и попадешь. Ну, говорит, я пошел, куда они показываются. Я говорю, иду. Там. А мне кажется, что солнце светит, жарко там, ему что-то душно стало, у него джинсовый костюм был. Джинсовую куртку снимает, а говорит, у меня там деньги все, документы, и я ее просто выбрасываю там в кусты, потому что жарко стало. Иду, говорит, по дороге,
А кажется, что как будто идешь по асфальту по горячему, ноги припекают, там, босичком похожу. Он снимает кроссовки, выбрасывает там. И один носок снял, выбросил, и в одном носке, значит, дорога гравийная, там щебенка такая острая, там. Уже это лужи литком, ну так, некоторые покрываются. Говорит, чувствую, что-то я замерзать начинаю. Думаю, наверное, нужно бежать. И я, говорит, побежал. Бегу. Что-то нету. Вроде бы недалеко этот дом должен быть там ну, пройти там сотню-другую метров. А тут я бежу. Да нету. Думаю, нету. Потом смотрю, какие-то огни на горизонте. А говорит, я, по-моему, до Майкопа добежал. Понял, что это вдалеке какой-то город светится, это не то. Это разворачиваюсь и домой бежать. Ну, пока он по этой щебенке бежал, у него кожа с ног вся светится. А он думает, что это по горячему асфальту. Там бежит, там жарко, хорошо. Когда уже понял, что уже тут нужно что-то там уже помощи какой-то просить. Ну, он какой-то добежал до какого-то там дома, начал там стучать, орать, там пришла баба, там посмотрел, у него еще ноги в крови, там, говорит, ну ладно, потом рассказал, говорит, ну тут йоги пьяные, всю ночь тут бегали. Кое-как ему там ноги перевязала, там спать уложила. А хозяин, который остался, говорит, а я, говорит, там его проводил, потом это, сидел и раз, говорит, свет потух. Вот он, что случилось там, с выключателем, что ли? Я, говорит, руку беру, так выключатель, и смотрю, у меня рука сквозь выключатель проходит. Я, говорит, прибавил, думаю, сейчас током трахнет, руку убрал, думаю, что у меня током будет, рука сквозь выключатель, да. Говорит, ну, захотел на столб подняться, там, посмотреть, может, там, счетчиком что-то там, пробки перегорели. Говорит, на стол опираюсь, а у меня рука раз и сквозь стол прошла. Не понял, что это такое там. Говорит, а потом слышал, что там моторы какие-то заработали, там, шум такой, собаки загавкали. А тогда гонения на йогов были. А он там занимался переводами, там, вет там. И он думает, все. Милиция, там, ФСБ, все, сейчас арестовывать будут. Что делать? Все рукописи в печку сжигать, там, к печку, печка потухла, там, где спички, не может спичку найти. Вот они свет, провода, чтобы я не успел ничего спрятать, ничего сжечь, ничего там, спичек найти не может, там. Ну, там, суетился, нету спичек, да, там. Он думает, потом раз, вроде бы притихло все, думает, в засаду, что это, выйти посмотреть, что ли. А темно, в комнате ничего не видно, он там на ощупь там лазает, там. Говорит, подхожу, говорит, к двери, раз, а двери нету. Щупаю, говорит, стенка, ровная стенка, нет двери. Что, я ошибся, в сторонку, шел вдоль стены, угол, нету двери. Там, да. Он говорит, я в той стенке пошел, нет двери, все четыре стенки обошел, нету двери. И у меня, говорит, такая мысль, все, гады, замуровали, арестовывать не хотят, тут не хоронят. И, говорит, паника такая, там, что делать? И, говорит, вдруг приходит какая-то мысль, так а что остается, только сквозь стену проходить. Я думаю, действительно, еще нельзя сквозь стену. Говорит, раз, говорит, в стену, выхожу на улицу, луна светит, ни фар, никого нет, милиции нет, собак нету там. Думаю, что такое? Нет никого. Да. Вот он говорит, а как же я вышел? Сквозь стену прошел. Смотрю, вот стена, сквозь стену прошел. У меня такое, говорит, ликование, милиции нет, я научился сквозь стены проходить, я радостный такой, да. Говорит, а обратно смогу там пройти? Я, говорит, раз обратно, я в доме. И у меня ликование, научился. И я, говорит, бегом на улицу там. Но он вернулся в тело, зашел, в тонком теле в этом вышел, вернулся в тело и вместе с телом разгоняясь. И у него вот такой вот все приходит, такой вот, он и бегал. Ну, Паша, я со всей силой разбежался, и я в стену там. И вот приходят два клоуна, как бы там таких. Я говорю, ну что, хотели опыт? Ну, вот и получили. Нам я тело сознания переносить. Подарок, вот он опыт ёбнутый получает. Это тело, которое вот особенно в самом деле. Да. Это вот как раз второе тело. Вот это вот.